Оплачивать профессиональных актеров отказались и сделали свой школьный театр. В условиях жесткой экономии средств родители ильичевских школьников креативно подошли к сохранению семейных бюджетов и взяли роль профессиональных актеров на себя. Зимнее театрализованное представление аматоров, которое не уступает профессионалам, воочию видела наша съемочная группа. И действительно, обычную маму, как актрису в роли Бабы-Яги, классного руководителя в роли Зимней Царевны, одного из родителей в роли Бармалея, дети увидели впервые. Зачем платить профессиональным актерам, решили родители ильичевских школьников и сами выступили для детей в качестве сказочных героев. Нет, мы деньги не платим, у нас работают родители, причем с огромным удовольствием. И хочу сказать, что иногда даже они горюют, если им вдруг какой-то роли не досталось. Родители говорят, и деньги сэкономили, и сами как бы вернулись в детство. Костюмы пошиты сами, кто-то там заказывал, кто не заказывал. В основном все делаем сами и сами же выступаем. И получаем от жизни удовольствие. Это все можно делать легко, без денег. Сценарий представления выписали так, чтобы оно было интерактивным. Взрослые в роли сказочных героев вовлекали в игру детей, роли которых тоже вошли в представление. Родителям сэкономили деньги и сделали почти профессиональный праздник. Дети говорят, что гордятся родителями-актерами. Актеры были классные, мне понравилось. Этот Карлсон был офигенный. Это моя мама, играет роль. Она все сама своими руками делала. Перечень героев для детей и взрослых, взявших на себя профессиональную нагрузку, большой. От традиционных сказочных до современных мультипликационных. Такой вечер, это только могут сделать профессионалы, люди, которые работают, учат этих деток. Денег немного, самое главное – самоорганизация. Так самоорганизовываться планируют и в дальнейшем. Своим родительским творческим коллективом уже начали готовиться к театрализованной постановке на 8 марта. Анна Грынев, Наталья Смирнова, 7 канал.